Здравствуйте всем, кто желает зарегистрироваться в компании InfiniAI. Меня зовут Ирина Ронец, я являюсь активным партнером и сейчас вам помогу сделать первые шаги для регистрации. Для того, чтобы пройти регистрацию, надо взять ссылку вашего спонсора, вставить ее в браузер, перейти и здесь видите вы сверху, справа, есть слова Join Now, это как раз место для регистрации, Логин, это для того, чтобы войти уже после регистрации. И мы нажимаем на кнопку Join Now. Если вас затрудняет английский, вы можете перевести на русский и увидите эти слова с переводом в следующем варианте. Присоединиться. Вот именно здесь вы нажимаете, чтобы сделать регистрацию. А если вы уже партнер, нажимаете слово «Войти». Итак, мы сделаем правильно на английском, чтобы не было никаких помех от переводчика и заполняем следующую форму. Наверху вы видите голубая лента, там написан логин вашего спонсора, проверьте. Затем ниже все на английском, вы начинаете заполнять username, например, там наверху мы пишем Иванов, придумывайте свой логин. Затем ниже email, обязательно давайте Gmail, я вам советую, для бизнеса это самый лучший вариант. Почты. Дальше пароль, еще раз confirmation пароль подтверждаете, два раза один и тот же пишите. Затем ниже пишите личную информацию, ваше имя на английском, как у вас в паспорте заграничном. Затем last name, ниже это фамилия, вы уже знаете, в каждой регистрации мы делаем одно и то же. Итак, Иван, к примеру, Иванов. Затем phone number, это ваш телефон мобильный с плюсом и с кодом страны. Postal code, это индекс вашей страны. Ниже выбираем из списка вашу страну, к примеру, Россия или где вы живете, вашу выбираете. Затем пишите город, к примеру, Москва, и название улицы, номер дома и квартиры, если есть. Можете писать через дефис и ставим две птички ниже, что вы согласны с регистрацией. Нажимаем зеленую кнопочку «Register my account» – регистрация моего аккаунта. На следующем шаге вас система попросит сохранить пароль, если вы хотите, в браузере и оплатить ваше участие, то есть ваш пакет, который вы выбрали. Если вы уже готовы, вы можете сразу его оплатить. Вот, прямо здесь выбрать пакет, какой хотите, заполнить все данные, приготовить кредитную карту, дать ее тоже данные. У нас есть специальное видео, можете посмотреть, и на моем канале есть тоже, как оплатить или попросить у ваших спонсоров, партнеров, у всех есть. Как сделать правильно оплату пакета и потом нажать Submit. Попадаете уже в активный кабинет. Если нет, то вы по той же ссылке, опять ее вставляете в браузер, нажимаете уже слово «Логин». Это вход в кабинет для наших партнеров. И вписываете ваш придуманный вами username или логин и пароль. И нажимаете слово «Логин». Здесь система вас попросит проверить все ваши данные, можете поменять пароль и нажать слово «Update». Все, после этого, когда вы пройдете этот шаг, вам сразу откроется кабинет и первая ее страница «Dashboard», где вы можете ознакомиться с тем материалом, который будет вам доступный. Но знайте, что вам будет недоступно практически ничего, кроме презентации, пока вы не оплатите ваш статус. Вам нужно оплатить пакет, любой, который выберете, и партнерский статус, если вы захотите зарабатывать еще и в маркетинг-плане. После оплаты вам откроется полностью все меню кабинета, и вы сможете уже начать работать на полную силу. Как оплатить, вы смотрите в следующих наших видеоуроках.